когда мы публикуем данные о том, что у Путина часы за 500 тысяч долларов, что в 5 раз больше его годовой зарплаты, когда Сергей Колесников обнародовал данные о том, что дворец Путина в Геленджике стоит 1 миллиард долларов, когда там бывший первый заместитель мэра Москвы Ресин, а ныне депутат Госдумы, носит часы за 1 000 000 долларов, это никого не волнует, никто на это внимания никакого не обращает. Хищение масштабами в десятки миллиардов долларов никто не расследует. Те, кто участвовал в хищении бюджетных средств по делу Магнитского, стали путинскими героями. Вот. А ближайшие дружки Путина из корпорации «Озеро» стали долларовыми миллиардерами. Поэтому давайте уж честно скажем, что, конечно, при Ельцине коррупция была проблемой. Это была серьезная проблема, и мы с ней, кстати, боролись. В частности, мы боролись с олигархами, а Путин с ними дружил. Вот. А при Путине коррупция перестала быть проблемой, а стала системой. Я вам вопрос сейчас задам радиослушателям и Соколову заодно, а то он мне сейчас задает. Как вы думаете, сколько самолетов обслуживает Путина? Ну, государственных самолетов. Ну, естественно, да. Ну, может, 10. Вы ошиблись, Михаил, 43. Так. 43. Как нормально? А сколько вилл, особняков, усадеб, охотничьих домов в распоряжении господина Путина находится? Ну, под сотню, наверное. На каждый субъект федерации-то должно быть, наверное. Нет, нет. Тут вы, конечно, перегнули палку. Что, не все губернаторы успели построить? Всего 20. Так. Один из них за 1 000 000 000 долларов в Геленджике. Так. Вот. Но построено за годы управления для себя любимого дополнительно 10. А как вы думаете, а сколько яхт у Путина? Типа «Олимпия», которую там Абрамович подарил. Так она на него оформлена или как-то по-другому? «Олимпия» вообще непонятно, она на офшор оформлена. Но вот там, ну, пользуется. Да, пользуется, да, активно. Вот, кстати, на дачу в Геленджик ездил к себе на этой яхте недавно. Но у Абрамовича, кажется, 3 или 4, значит, у Путина меньше не должно быть. Ну, правильно вы сказали, да. 4.